Новое видео по Path of Exile. Вот я звук сделал погромче, потому что OBS по сути заглушает, да. Ну, сейчас в процессе прокачки нового персонажа. Это Вал будет. Вот у меня Вал Спарк. Вал, да. Ой, ну, Вал Спарк и Спарк. Вот, Искра и Искровал. Соответственно, пока особых линк нет, я пока особо не линковал, вот бегаю с жезлом из плавника, вставлял в него и оба скилла. Вот. Ну, на 26 уровне вот 600 урона выдает, ну, вроде нормально. Крит, шанс критического удара 6%, ну, крит пока, да, крит пока не особенный. Но, вот, то есть, ваншотает всех. И без крита, как видно. Вал Спарк так вообще охрененно просто зачищает. Просто ты бежишь и полная зачистка вокруг. Вот, ну ясно, пока не полностью разогнанный скилл. То есть он пока не будет максимума показывать. Притом он даже без эхо-чар. Эхо-чар еще очень хорошо со скрой идет. Вообще, вот как видно. Вот всех ваншотает. Ну, почти всех, да? То есть урон, конечно, для этого уровня очень хороший. Так. К живучести пока пойду. Я, наверное, буду потом с одним ХП играть. Но пока ХП придется качать. Я не открываю сущность уже пока. На этом низком уровне там все равно нормальные сущности не выпадут. Потому даже не задерживаюсь на них. Вот Валспарк просто, по сути, я рядом с врагами бегаю, и он всех убивает. Сейчас вот на разломе на том же покажу. Тоже вот на разломах очень хорошо себя показывает. Оп, что-то залагало, залагало. Оп, лагает. Я играю с макросами, то есть... Оп. Оп, пришлось выходить, сейчас пришлось выходить. Пиздец, конечно, разломы, я ебал, к тому же с лагами. Это еще может быть из-за чего? Потому что OBS записывает. С OBS. Блять, сука. А я портал даже не открыл. Да, конечно, глупо было открывать разлом. Пиздец, конечно, я ебал эти разломы вообще имбалансные. По-моему, даже в прошлой лиге вот сущности вот эти, они не такие жесткие были, как разломы. Что эти разломы, это на самом деле пиздец реально. Тот урон, который они наносят. Конечно, пиздец. Так, вот я добежал. Оп, что-то выпало. Черт, я играю, короче, с лут-фильтром, во. И когда что-то выпадает, прям громко слышно. Вот, кстати, искровал, опять же, набралось 48. 48 душ. Ну, разломы очень быстро набираются. То есть я тестил. Реально. В разломе заебись. Сейчас просто покажу чисто зачистку. Кстати, когда с одной локации на другую переходишь, да, то обновляются, вот, то есть души все сбрасываются. Со всех скиллов вал. Исключение только когда ты на базу заходишь, не сбрасываются. Вот в убежище я не уверен. Вот в город заходишь, не обновляется.
Но вообще пока это только обычный мир, то есть судить рано. Конечно, о броне, обо всем, но вроде пока все показывает неплохо. Но с разломами я, конечно, ебал. На самом деле я бы мог еще больше урона сделать, если бы у меня два было вот таких жезла. Жезл из плавника. Но я что-то зажиделся покупать второй. Вот плюс вестник грома тоже бьет. Или как его там? Вестник грома, да. Вот. То есть просто ваншотает Валспарк. Просто. О. Это, кстати, вторая сфера Вал уже. Вот я не так много играю на самом деле. Из-за непродолжительный вот этот отрезок времени вторая валка выпала. Колбы тоже вот очень важно обновлять. Криты у меня стоят на сфере бурь. Но это тоже в помощь. В помощь такой скилл. Против боссов. Конечно, я больше предпочитаю тотемы использовать для помощи, потому что они, ну, врага на себя агрят. То есть врага как бить начинает. Но, да, я, наверное, буду потом с тотемом с каким-нибудь бегать. Сейчас я покажу еще вот на легате гравиции, как он быстро уйдет. Вот. Сбросились души на искривал. Сейчас самое вот что главное настакать. Ну, пока что 48. Настакать вот эти души. Перед боссом. Да, вот квесты Эльпидона тоже, по идее, удобно будет выполнять. Опять же, вокруг противники идут. Только мана пиздец, конечно, тратится. А, я не получаю душ вал, когда убиваю вот этих противников. Точно. Это же типа самоны, да, призванные. Самонов-то у меня, очевидно, душ вал. Они-то бездуховные. Охренеть, у меня мана, конечно, тратится. Точно, а я думал, сейчас возьму. Постой, я не могу понять, настакиваются души об них или нет. Ну ладно, хрен с ним. Да. Ну, все равно один хрен, основной скилл не искра вала, а именно искра. Потому что вал-то надо настакивать. Есть такие джевелы, которые позволяют быстрее души получать с большей вероятностью, да? Но все равно как бы искра это, ну, основной скилл, как ни крути. Все, теперь можно идти, плюс потом еще криты будут. Вот так. Все, белых мобов сразу ваншот. Но с этим посложнее. На хардкоре я играю, как я уже говорил в предыдущих видео. То есть, ну, у меня есть на бричке персонаж. Ну, мне, может, покажу тоже. Ни хрена не выпало с него. Ну вот как-то так. Как-то так могу показать свое убежище. А все равно вот звук в игре тихий. Все равно. Микротранзакция, вот этот купол, да, прозрачный, он у меня из этого, из сундука выпал, забыл, как называется.
Грозы, что-то коробка грозы, что-то такое. Забыл, короче, в одной из последних коробок вот-вот Шторм Калер, вот призыв бури. Вот отсюда выпало у меня. Конечно, такое себе такое. Ну вот как-то так.